27 января Кубань присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Акция пройдет в напоминании о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду во время Великой Отечественной войны. В акции примут участие все муниципалитеты края. В крупных торговых центрах, общественных местах, на вокзалах жители и гости региона смогут получить от волонтеров 125 граммов черного хлеба. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. Также волонтеры будут раздавать информационные листовки о прорыве блокады. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в образовательных учреждениях Краснодарского края пройдет всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Вы также можете принять участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» и вспомнить всех, кто погиб в героическом городе. Пункты проведения акции будут размещены в поселке Кубриз, в парке имени Григория Пономаренко, около магазина «Максим», а также во всех сельских поселениях Славянского района.